Всем добрый день, дорогие подписчики, дорогие дубнинцы. В прошлом видео я рассказывал вам о том, что у нас был привоз кожаных курток мужских, осенних и зимних. Немножечко мы пробежались по фасонам. В этом видео хочу вам рассказать о том, как правильно выбрать кожаную мужскую куртку. На что стоит обратить внимание. Потому что, купив куртку не ту, которая вам нужна на каждый день, вы немножечко себя ограничите в действиях. Вам нужно ехать на автомобиле, а куртка, например, длинная. Или наоборот, вы больше гуляете пешком в морозы, и вам нужна более длинная моделька, а у вас более короткая. Прежде всего, подумайте, на что обратить внимание при покупке кожаной куртки, на какой фасон. При покупке кожаной куртки важно понимать, для каких целей она вам нужна. Кататься в машине, то это более укороченный вариант, если вы таксист или часто проводите время в автомобиле. Либо вы любите прогулки пешие, долгие, холодными зимними вечерами по лесу, вдоль леса. Давайте посмотрим на фасоны. Вот, посмотрите, например, взять вот такой фасончик, если и рассмотреть. Кожаная куртка мужская, классического кроя. Обратите внимание, чтобы кожа была мягкая. Кожа должна быть мягенькая. Во-первых, это и очень удобно в использовании. И если вы где-то что-то потянули, она у вас не треснет, на морозе она не будет жесткой. Вот. Мягкая кожа – это очень важно. Кармашки. Обратите внимание на карманы. Вот в этой курточке, посмотрите, пожалуйста, есть кармашки боковые и карманы есть сверху, на змеечке. Очень удобный крой. Посмотрим изнутри. Здесь проходит планочка у нас и кнопочки. Кнопочки можно застегнуть, и змеечка проходит. Имеются у нас внутренние карманы для документов. Сюда вы можете положить документы, паспорт, водительское удостоверение. Здесь тоже есть удобный кармашек. Здесь синтепончик, хорошенький наполнитель, в нем тепло, не жарко, не холодно. Тело дышит. Так, имеются боковые разрезики, вот как раз для автомобилистов, посмотрите. Новинка. В том году такого не было. Сейчас появилось. Боковые разрезы. Воротничок у нас идет. Отделка. Натуральная овчинка. Мутончик. Мутонушка. И капюшон. Капюшон у нас идет на змейке. На змеечке. Здесь все спрятано. На змеечке. Вот змеечка. Все планочкой закрыто. Капюшон красивый, удобный. И отделка мехом. Енота. Это у нас енот. Мужской зверь, так сказать. Енот. Это вот вам, пожалуйста, фасон с енотом. Также имеется фасон классического кроя. Вот, например, мужская курточка. Снизу идет резиночка. И сверху воротничок из овчинки натуральный. Очень красивый, кстати, отделочка. Немножечко освежает. Здесь планочка из овчинки идет. И снизу идет змеечка, пилотик такой. Вот. Вот такие фасончики хорошо подойдут для тех, кто ведет активный образ жизни. Напомню, что сейчас, пока не наступил сезон, у нас в наличии имеются все размеры. Все размеры. Понравилась модель? Меряем. Покупаем. Цены хорошие. Осенние куртки, весенние и зимние. Ждем вас на примерку. Наш магазин в Дубне, Меховой на Тверской. Всем пока.